Более 1 миллиона рублей субсидий из городского бюджета получат общественные организации. Накануне в администрации прошло заседание комиссии по формированию перечня социально ориентированных некоммерческих организаций, претендующих на получение финансовой поддержки. 5 претендентов представили на рассмотрение комиссии свои проекты. Все они направлены на решение социальных вопросов, поддержку граждан, а также на функционирование самих организаций. В связи с тем, что общая сумма заявок превысила размер выделяемой субсидии, в ходе заседания комиссия определила очередность оказания финансовой помощи. Комиссия, беспристрастно оценив по соответствующим, так сказать, баллам, по шкалам, определила, что на первое место была поставлена общественная организация ветеранов войны и труда, вооруженных сил «Ветеран», самая крупная наша организация. Значит, на втором месте оказалась общественная организация инвалидов «Возможности без границ». На третьем месте, Губкинское хуторское казачье общество. Четвертое место оказалась общественная организация любителей животных «Доброе сердце». И пятое место, заняла общественная организация инвалидов «Милосердие». Значит, подчеркиваю, что в данном случае распределение средств будет идти в указанной мною очередности до того момента, пока, все суммы не будут распределены. По словам начальника управления общей политики Юрия Филимонова, в каждом отдельном случае будет определен размер субсидии. И в ближайшее время деньги поступят на расчетные счета организации. До 20 декабря получатели субсидий должны будут отчитаться за потраченные суммы. В случае, если этого не произойдет, средства будут взысканы обратно в городской бюджет.